Татьяна, Татьяна, добрый день. Выпадение волос с чем связано? Обычно выпадение волос – это не эзотерическая тема, но я буду отвечать эзотерически. С чем связано выпадение волос? Киста на щитовидке, чем полечить? Так вот, обычно выпадение волос именно и связано с любой дисфункцией щитовидной железы. А любая дисфункция щитовидной железы связана с тем, что человек не может проявить свою харизматичность. А также не может проявить свое, не отвечает за свои поступки, не исполняет, даже не так, а не исполняет свои обещания, пытается, обещает или мечтает и не делает и так далее. Чем можно полечить эзотерические выпадения волос? Можно их полечить, если каждый день брать такой гребень, или еще правильно сказать, массажная расческа, и вот такой массажной расческой в разные стороны не менее 100 раз расчесывать волосы в разные стороны. Если это делать 30 дней, волосы перестают. Слава и почета, совершений вам, Андрей Андреевич, спасибо. Скажите, пожалуйста, если человек снимает жилье, и оно ему очень нравится, есть желание приобрести его, то если что-то сделать для этого жилья, например, приобрести новую стиральную машинку, возможности покупки от этого жилья увеличатся. Я хочу вам сказать, как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки. Итак, очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы хотим конкретно что-то, не понимая, что конкретно что-то, оно обычно не наше. Я очень советую обращать внимание более на форму, чем на внутреннее содержание. То есть обращайте внимание, что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома. Подобные мужчины, а не конкретно мужчина какой-либо. Подобный дом, а не конкретно этот дом. Подобная квартира, а не конкретно. Подобное расположение, а не конкретно это расположение. Дело в том, что если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Моей, рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь, может быть какой-нибудь несчастный случай, возможно, картины жизни, изготовленные вашей судьбой, предназначили для вас какую-то особую судьбу, в которой, скорее всего, появится любимый человек. И этот любимый человек, он не найдется, если вы будете жить исключительно в этой квартире. А вы хотите конкретно, я хочу вам сказать, обращайте внимание более на форму, чем на содержание. То есть говорите себе так, мне нравится не конкретно эта квартира, а такие квартиры, как эта. Мне нравится не конкретно месторасположение этой квартиры, а месторасположение подобное, как у меня месторасположение вот в этой квартире. Таким образом не совершите ошибок. Надеюсь, я вас не обидел. Нужно ли желать то, в чем вы живете? Нет, не нужно желать. Все будет быстрее, если вот так не желать. С.А. Вакуленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, каким эзотерическим способом можно вылечить сколиоз, грудной отдел? Спасибо за помощь. Утром, когда я проснулся, включил очень красивую музыку, танцевал с женой. И танцевал со своими детками, с каждой последовательно. У меня было состояние невероятного, распирающего состояния эйфории и удовольствия. Это было словно оргазм, который человек получает, но на протяжении нескольких часов прямо. То есть это был сердечный, мозговой, такой внутреннее состояние бесконечной, такой тотальной радости. И вы знаете, я понял такой момент. Люди почему-то считают, что минутная радость гораздо лучше, чем длительно растянутая радость. Люди не понимают, что от жизни можно испытывать состояние радости или получать наслаждение. Для них важнее напиться. Для человека не нужна семья, ему необходимы какие-то ветреные, там, минутные какие-то интимные отношения и так далее. А вот если бы народ или если бы люди переориентировались и начинали бы воспитывать в себе состояние испытывания радости от того, что взрослеют дети, от того, что хочется о ком-то ухаживать, от того, что обожаешь кого-то, от того, что есть вокруг природа и жизнь продолжается,
то это бы дало, наверное, другие результаты. Мир был бы совершенно другим. Он был бы прекрасным, теплым, верным, наверное, очень хорошим и приятным для проживания на нем людей. Ну ладно. Лариса, добрый вечер. Здрасте. Пожалуйста, как помочь мужу не ругаться матом? Просьбы, уговоры не помогают. Летом ездили в отпуск на машине. Муж всю дорогу матерился, и мы попали в ДТП. Хотя у меня в кармане было яблоко и грецкий орех, как вы учили брать в дорогу, правильно? Отношения у нас прекрасные, его никто не обманывает ни дома, ни на работе. Спасибо большое за ваш труд, доброту и помощь людям. Ругаться матом – это проявление боязни. Обычно, когда человек ругается, он боится. А когда он боится, то он, видимо, беспокоится за кого-то. И когда он вез вас, он, видимо, хотел не показаться слабым, быть более... Таким образом, просто у человека проявляется, ну, где-то внутреннее состояние опасности. То есть он ощущает эту опасность, поэтому и ругается. Можно ли это как-то убрать? Конечно. Каким образом? Придумайте некий магнит. Возьмите обычный магнит в виде кружка такого. Обмотайте его цветными такими флажками и, поставив его в центр комнаты или в то место, где муж находится, скажите, что любые слова мат будут магнититься на этот магнит. И таким образом такой магнит будет забирать слова, которые формируются у вашего мужа, может быть, даже нечаянно. Или же, что у нас является магнитом? Можете поставить корзину батареек, потому что они являются своего рода элементами магнита. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, почему, когда ложишься спать, лезут всякие мысли? Когда человек ложится спать, то вокруг него появляется ночь. А ночь – это астральная энергия. А астральная энергия – это энергия, когда горит огонь. И в тот момент, когда в голову лезут всякие гадости, эти дурные мысли, которые лезут, перегорают для того, чтобы на следующий день у вас не появились и навсегда исчезли. Именно поэтому страдать в тот момент, когда вы спите или перед сном, страдаете от того, что вам лезут дурные мысли, хорошо. Почему? Это один из способов избавиться от того, чтобы это произошло в миру, на следующий день или в дальнейшем. А вот в случае, если перед самым сном с закрытыми глазами мечтать о любимом человеке, о большом количестве денег или о чем-либо еще, то этого никогда не произойдет. Именно поэтому на ночь мечтать плохо. Вы, наверное, не проходили первую ступень. Здравствуйте, Ирина Денисова. Подскажите, пожалуйста, старший сын мало спит по ночам. Играет, мешает спать. Что делать? Дайте ему наиграться. Наоборот, поощряйте. Скажите, давай вот поешь чипсов или вот тебе еще водичка. Давай играй, играй, все в порядке. Эта ситуация была в моей жизни с моим сыном. Когда его все мучили, он играл с утра до ночи. Потом он приехал ко мне и говорю, ты можешь играть сколько хочешь, тебе никто слова не скажет. После этого он наигрался, когда ему надоело, просто закрыл и все, на этом конец. Театр актера может быть театром только до того момента, пока есть сцена и есть те, кто его, и есть зрители. А когда сцена есть, а зрителей нет, и никому это не интересно, то актеру не интересно играть. Именно поэтому, когда мы боремся с детьми или боремся за то, чтобы у них что-то там прошло, то знайте, вы зрители, он сценный актер, и он будет свое фи обязательно проявлять и показывать. В виде вот такого противоречивого, Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, нужно ли как-то очистить украшения, которые остались в наследство? Их носил человек, которого больше нет. А вы знаете, что золото не передает негативную вибрацию практически никогда? И золото можно не очищать, потому что золото украшает, и которые обычно находятся в таких ювелирных украшениях, их нужно очищать, так как камни являются переносчиками эмоций, особенно последних эмоций, особенно негативных, которые есть у человека. И очистить это можно, просто положив это все в холодную подсоленную воду на одни сутки или на ночь просто, и после чего помыть и носить на себе. Таким образом,
А золото, которое носят обычно или которое передается по наследству, обычно делает человека таким же успешным, как и его родители. Именно поэтому необходимо покупать золотые украшения, необходимо покупать дорогие золотые украшения для того, чтобы потом передавалось от наследства к наследству, для того, чтобы семья имела такие же успехи, и это передавалось от бабушки, допустим, к внучке. Не нужно искать для себя в своей жизни специально объяснение того, что это не происходит из-за того, что что-то влияет. Это не происходит, потому что есть какое-то влияние. Вы должны знать, что жизнь человека, как вожжи, полностью находится у него в руках. И только 1-5% это могут быть влияния. Именно поэтому иногда люди думают, что влияние — это 95%, и только 5% в их собственных руках. И это обман. Всегда знайте, что большинство всего в нашей жизни происходящего исключительно связано с нашими желаниями, намерениями, с нашими целеустремлениями и так далее. Поэтому какой-то радости и веры, что скоро будет хорошо, что все обязательно выровняется. Да, я тоже поздравляю всех сегодня с Новым годом, который иудеи сегодня празднуют. Я специально для этого взял книгу свою, она называется «303 совета для счастливой жизни». Открыл на части второй, которая называется «Деньги». И сегодня плавно, вот так по каждому пункту, я буду давать свои комментарии. Итак, первый пункт, номер 96. Красивые женщины, не делая ничего, могут зарабатывать деньги. Ну, конечно, ведь они дают этому миру каждый день свою красоту. Поэтому, если вы красивый человек, не стоит вам находиться дома, гуляйте. И, скорее всего, это привлечет в вашу жизнь большое количество материального благополучия. Очень правильный совет в случае, если вы красивая женщина и у вас не хватает материального благополучия, начните гулять. Оказывается, куда течет любовь, туда текут и деньги. Если в вашу сторону будет течь любовь, и большое количество людей будут, глядя на вас, думать, какая же она красивая, какая же она невероятно красивая, какая она милая, очаровательная, добрая, хорошая и так далее, то тем самым вы сможете увеличить свое материальное благосостояние. Если вы мужчина, то вам можно пригласить какую-нибудь подружку, или взять красивую жену, или взять красивую подругу, если вы не женатый человек, и начать с ней гулять, как это делают турки обычно. Они обычно выбирают субботу-воскресенье, договариваются с молодой красивой женщиной, с которой просто гуляют под ручку, так, чтобы все проходящие мимо люди начали смотреть на женщину и думать, какая же она красивая. Для чего это делается? Так происходит облучение не только на женщину, а еще и на мужчину. Тем самым он попадает под лучи вот такого солнца, и в дальнейшем это привлекает в его жизнь материальное благополучие. Ирина Гальчук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня психосоматика, ком в горле появляется, когда вспомню о нем. Очень мешает, особенно когда кушаю. Если у человека появляется ком в горле, это прежде всего говорит об эндокринных заболеваниях. Обычно это узловой зоб или заболевание щитовидной железы. Также я могу сказать, что очень часто, вот сегодня разговаривал я с одним мужчиной, он говорит, у меня очень ругается жена, и у меня очень злится жена, что мне нужно делать, Андрей Андреевич, я не понимаю. Я обычно говорю такие слова, я их говорю абсолютно всем. Женщина, которая злится, имея мужа, обычно женщина, с которой муж немного не доспал. Если муж досыпает со своей женщиной, то тогда она будет добрая и хорошая. Почему я обычно так говорю? Я как человек, занимающийся помимо эзотерики еще и медициной, могу сказать, что основа психических заболеваний, депрессии и нервных состояний обычно заключается в повышении эстрадиола. А эстрадиол перенакапливается в тот момент, когда недостаточно, как ни странно, самой обычной интимной жизни. И обычно решение данных вопросов при живом муже или при живой жене очень быстро компенсируется, если вновь начать там хорошо относиться к близкому человеку с уважением. Я очень удивляюсь иногда. Вы знаете, недавно совершенно у нас было событие, это несколько лет нашей совместной жизни с моей женой Софией. И подскажите, пожалуйста, куда девать фото умерших родственников, фото умерших живыми?
Никуда не нужно девать, пусть они так и находятся в альбоме. Единственное, что я бы мог заметить, не нужно делать из фотографий умерших культ, не нужно их ставить на самое видное место, не нужно поклоняться таким фотографиям. Пусть эти фотографии находятся где-то. Нужно иметь память о тех людях, которые сделали для нас что-либо, или родили нас, или еще что-то сделали в своей душе и в своем сердце. А фотографии являются уже элементом фетиша, и поклоняться фотографиям — это не очень хорошо. Это поклоняться умершим. Скажите, как отвадить человека приходить ко мне в гости? Каждый день, когда человек уходит, необходимо представить, будто он уходит в дождь, и за ним пускается дождь. И все. Если это каждый день делать, то или каждый раз, когда он приходит, то он перестанет к вам приходить. Колпак здесь все равно ни при чем. Ирина Биллингтон, что-то вы зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие 3 года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных вот таких заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы индустриализации, она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом, позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило... Это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие там 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны, и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономическое пространство, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул —
20 миллионов населения или 18 миллионов населения, далее Мехико около 60 миллионов населения, Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет, всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом, можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее. Это именно писали в 90-х, вот в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Можно ли эзотерически убрать обморочное состояние, обморок при виде крови, человеческой боли? С чем это может быть связано и есть ли код или мантра, чтобы убрать это состояние? Да, такие состояния очень часто есть у человека. Когда у вас будет происходить такое состояние, представьте, будто вместо вас вы видите перчатку с 5 пальчиками, вывернутую наизнанку. И в этот момент, сделав вдох, выверните ее обратно. После чего не забудьте запечатать себя, как я обучаю на ступенях, со словами Ом Ахум Хах Хри. Сразу же вот это состояние у вас исчезнет. Андрей, скажите, есть ли разница в чтении кодов шепотом или в полный голос? Есть. Когда человек читает в голос, то он создает процесс влияния на окружающий мир. Так окружающий мир ему отвечает, когда шепотом на свой внутренний мир. Допустим, привлечение денег. Читаем шепотом, появляются умные мысли. Читаем вслух, окружающий мир нам начинает давать. Анастасия, вы говорили, что при наличии, соляного горба кто-то грызет позвоночник. Да. А если что-то не хватает, сил сбросить себя того, кто сидит? Да. Меня обеспечивает мать, откупиться от нее деньгами не могу, возможно, это кармическая связь. Что можно сделать? Может быть, есть ритуал откуп, не ментальный код заклинания, в каком вашем семинаре есть именно эта информация? Люди думают, что родители делают что-то для чего-то. В целом, не понимая, что и божественная любовь, и родительское желание помогать своему ребенку является исключительным правом, которое присуще родителям, или их внутренним правом, или их внутренним пожеланием безвозмездного служения своему ребенку. И то, что родители со временем помогают деньгами, им для этого откуп не нужен. В дальнейшем, если вы сможете и у вас будет возможность, не отказывайтесь от своих родителей, старайтесь максимально родителям помогать финансово, помогать им не финансово, как сможете, может быть, продуктами или еще чем-то. Потому что именно этого, наверное, и ждут они. Иногда достаточно просто приехать к маме и подержать ее за руку. К чему я это все говорю? Не нужно считать, что родитель является человеком, которому вы должны. Так как в случае, если вы должны, вы становитесь должником, а значит обязанным человеком. В этот момент появляется у человека желание, если вы выплатить не можете, то желание убежать, желание избегать или желание бороться. То есть это все возникает как элемент военных действий. Но я же к этому не призывал никогда. Я наоборот все время говорю, если родители дают, принимайте, пока они могут вам служить, пусть служат. Но знайте, что со временем вам нужно будет, если вы сможете, тоже безвозмездно помочь. Не нужно. Женщина не может выйти замуж, потому что она делает себя очень серьезной и недоступной.
Тогда что нужно сделать? Сделать себя несерьезной и доступной, но не пошлой. Доступность может проявляться по-другому. Второе, почему, допустим, женщина, почему нету такого мужчины, а мужчины пользуются только телом и не хотят взглянуть на женщину, на ее душу, на ее красоту и там быть с этой женщиной? Потому что у женщины нет обожания. Какого обожания? Творческого. Начните любить, найдите хобби какое-нибудь, начните это обожать. Обожать кошку, собаку, ребенка, там еще что-то. Вы знаете, часто у женщины, у которой есть ребенок, есть больше шансов выйти замуж, чем женщина, у которой нет ребенка. Почему? Потому что эта женщина обычно обожает своего ребенка. В тот момент, когда происходит обожание ребенка, то она накапливает энергетику обожания по отношению к себе. Таким образом, неизменная энергия реализовывает обожание мужчины по отношению к этой женщине и проявляет любовь и радость от того, что эта женщина рядом с ним находится. Именно поэтому нужно с этого и начинать. Вернули долг, помог камень обсидиан, на работе наладилось, но попрощаться с одиночеством не получается. За 2 года испробовала все, разрезала путы, практика с картами, цветы покупала. Что делаю не так? Я вам это расскажу. Приходите на мой новый обновленный вебинар, который будет называться «Обретение любви и замужество, обретение любви противоположного пола» и так далее. Сейчас этот лендинг выложен на моем сайте. Марина Бехли, здравствуйте, вы сильнейший маг и эзотерик нашего времени. Спасибо. За вами идут тысячи, нет, не тысячи уже, а миллионы. Нас уже очень много людей. Вас уважают, обожают. Дает ли вам что-то вся эта позитивная энергия? Чувствуете вы ее? Или все-таки от нас больше хлопот? Так как и убежище просим, и помощи, и еще много всего. С уважением, Марина. Я когда-то очень сильно болел. И когда болел, поднималась очень температура. Когда-то летел из одной страны в другую. Когда летел, то у меня были галлюцинации. И во время этих галлюцинаций мне было сказано о том, что я должен служить людям. И это служение я проявляю именно вот таким образом. Я служу людям и делаю это со всей... Замените слово «все деньги имеют направление». О чем это говорится? Когда в жизни живет человек, то в эзотерике есть такое понятие, которое звучит так: «подобное притягивает подобное». Именно поэтому в случае, если человек страдает, то страдания к нему притягивают страдания. Именно из-за этого и существует слово «сострадание». Вот если человек страдает и он начинает рассказывать окружающему миру, то он должен знать, он закручивает вокруг себя воронку страданий и увеличивает страдания тем, что ему сострадают, то есть отдают еще и часть своего страдания. Человек, который страдает и жалуется, заставляет людей, тем забирает фактически у тех людей, которым он жалуется, дополнительные страдания у этих людей. Поэтому тот, кто жалуется, он хороший человек. И в случае, если человек кому-то жалуется, он делает для себя плохо, а для того человека, которому жалуется, хорошо, так как он забирает его страдания. Таким образом, существует состояние сострадания. То есть человек, который жалуется, ему отдают свое страдание, и он сострадает в этом всем. И именно поэтому сострадать плохо. Каждый раз, когда человек, допустим, рассчитывается деньгами или отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда посмотрите на энергию Бога. Допустим, Бог осознает, видит или чувствует людей. И он смотрит, что каждый раз, когда человек думает о деньгах, прикасается к деньгам, я не знаю, тратит деньги, он все время страдает. Тогда скажите, если я вижу, что что-то в существе, которое я люблю, вызывает бесконечное страдание, то что я должен сделать? Вот смотрите, в случае, если у меня палка, она упирается мне там в щеку, и мне эта палка мешает, но я все время сижу, и она мешает, и некому убрать. И после этого у меня эту палку, вот повернулся и в палку, нагнулся и палка давит, поднял голову вверх, палка царапает. Скажите, и меня увидела моя мама или мой отец, они уберут эту палку для меня? Ну, конечно, уберут. Так и Бог. В случае, если
Божественная энергия видит, что человек все время страдает от того, что он думает о деньгах, рассчитывается деньгами, кому-нибудь отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда он уберет эту палку, то есть уберет у человека данные страдания. Поэтому я очень часто говорю, уважаемые господа, да наконец-то концов, уберите у себя слово «я потратил». Используйте коммуникацию, в ходе которой говорите «я приобретаю». Когда вы рассчитываетесь деньгами, говорите «я приобретаю себе материальное благополучие», «я покупаю себе новую жизнь». И там все что угодно, это направление, вы дадите направление. Вообще одна из идей эзотерики, она звучит так. Я знаю, как человек становится богатым. И это особенность такая, которая вот с чем связана. Каждый раз, когда человек думает о деньгах, он не переживает. Рассчитывается, он не переживает. И отдает, он не переживает. Но в случае, если гипотетически в этот момент научиться еще и радоваться, то тогда ты автоматически становишься богатым человеком. Аксиомы эти можно переставлять как угодно. Я понимаю многих людей, которые говорят, вот есть такие люди, которые сами не тратят, они только накапливают и страдают. Да, они накапливают деньги, и деньги к ним идут, как страдания, которые накапливают страдания. Но они от того, что рассчитывают, но они же не получают никакого удовольствия от этих денег. А вы готовы прожить так, чтобы никак их не тратить? У меня был знакомый такой Александр, он был жутким жлобом. Когда он приходил, я был таким, когда я был маленький, когда-то, будучи очень молодым человеком, живя в Харькове, я в общежитии познакомился с родной сестрой своего друга. Она была невероятно красивая, я на нее смотрел, подошел к ней и сказал ей, не смог удержаться, человек такой горячий, наверное, импульсивный, и говорю, я не знаю, как ее звали, по-моему, Ира или Инна, я говорю, Ира, вы такая красивая, во мне каждая моя клетка дрожит от того, что я восхищаюсь вашей невероятной красотой. Мне нравится в вас все, глаза, волосы, ваши руки. Я бы ради вас на все что угодно бы пошел. Я бы для вас сочинил самую красивую музыку, написал бы самую красивую картину и перед вами бы положил всю свою жизнь. Она прищурилась и говорит... Тогда назначай мне встречу. И после этого я ей назначил встречу на 6 часов на улице Сумской под градусником, где собирались все в Харькове. Еду я в метро, ехал я с метро, которое называлось Советской армии, сейчас они переименованы все. Ехал я в метро, до метро Советская, вышел я возле метро Советская, возле этого градусника и увидел, она стояла, на нее падало солнце, было 5 часов вечера или 6. Она была прекрасна, ее волосы развивались, глаза были зеленые, тело было одето в красивую одежду на высоких каблуках, молодость, яркость, сочность, красота, весна, такая радость в глазах, знаете, очень такое было хорошее время года, тепло, распускались цветы, было много зелени, ехали машины, люди все улыбались, было прекрасно. А у меня в кармане было только 30 рублей. И мне до конца месяца нужно было жить на эти 30 рублей. Я встал и начал думать, как же я отдам эти... Я сейчас не эти деньги потрачу, и потом у меня не будет денег. И я не смогу... Мне не на что будет купить еду, не на что будет жить. И потом стоял и думаю, да зачем она мне нужна? Собрался и уехал. Представляете, ужас. А потом, спустя 10 лет, мы встретились у моих знакомых, друзей, так как я с этим другом общался, она была уже женой мужчины хорошего, у них даже ребенок был, мальчик, по-моему, и мы случайно с ней встретились, и я на нее посмотрел и говорю, а я тогда приехал, она говорит, а я тебя увидел, что ты ушел? А ей тогда сказал, у меня не было денег, и я побоялся к тебе подходить, потому что не смог эти деньги потратить, мне было жаль. Она говорит, глупый ты, нужно было подходить. На этом наша история закончилась, я ее после этого никогда в жизни не видел. Почему? Для меня женатая или замужняя женщина, или жена моего друга не женщина, поэтому на этом все закончилось, и никогда это не могло произойти. Конечно же, могу сказать, что
Богатым я долго не был, так как любые идеи, которые были связаны с деньгами, они меня мучили. Потому что меня мучило непонимание того, что вот этот обывательский, вот этот нищенственный мир, в котором я раньше жил, он очень тяготил меня, и я не знал выхода из него. Потому что я не понимал, что такое энергия денег. Подумайте сами. Если Бог видит страдания человека, то тогда, если человек страдает, то нужно убрать у него эти страдания? Ну, конечно, нужно. Тогда как сильно я страдал? Да я постоянно страдал. Я жил с позиции калькулятора. На это потратил это, на это потратил это, на это потратил это. Но вы же понимаете, что если тратить, то не приобретаешь. Поэтому если заменить слово «тратить» на слово «приобретаешь», то автоматически будет получаться зарабатывать больше. Когда-то я зарабатывал по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и не мог понять, как зарабатывать больше. И потом до меня дошло, нужно отдавать больше и нужно стараться радостно, не задумываясь, оплачивать все. Теперь, когда мне нужно что-то оплачивать, я дерзко, резко и со всей силы стараюсь это сделать максимально быстро. Почему? Это же поток воды. Если поток воды двигается в тебя и его запираешь, то тогда он точно так же будет приходить к тебе. Именно поэтому, если я знаю, что на что-то необходимо затратить деньги, я не задумываясь ни одной секунды делаю это совершенно с легкостью, даже если это последняя сумма. Когда я научился это делать, это стало моей концепцией в жизни, и я за 20 лет ни разу не пожалел. Ни разу. От них защищаться, наоборот, понимайте и говорите, что да, спасибо, мне очень приятно, чтобы я могла без этого делать. Держите маму за ручку, я не знаю, приезжайте, целуйте ее, вышьете там какой-нибудь шарфик со словами «мама, ты самая любимая». Делайте это. Что же это такое? Мама помогает, а вы от нее защиту еще хотите делать. Ай-яй-яй, как это некрасиво. Вы сами прочитайте, что вы написали. Считаю это некрасиво. Андрей Андреевич, ком в горле может быть результатом психологических проблем? Конечно. Молодая пара из-за патологической жадности молодого человека. Как эзотерически помочь человеку не быть жадным? Эзотерически помочь человеку не быть жадным, это значит сформировать жизнь, при котором будет абсолютное доверие. Человек становится жадным, если он не доверяет той женщине или тому мужчине, с которым он рядом живет. Не верит в то, что в жизни будет все хорошо, не верит, что дальше можно зарабатывать. И это принцип как бы самосохранения, когда человек вот такой жадный. Словами «ничего, скоро у нас будет больше, не переживай, скоро будет все хорошо», вы сможете изменить вот такие общие ощущения. Мужское окружение ему говорят, что он жадный, не говоря уже о его любимой. А может быть, лучше расстаться с этим человеком? Ему неинтересна забота о ком-то, секс, восхищение. Дело в том, что каждый человек является индивидуальностью. И у каждого человека присуще свое восприятие окружающего мира. И в тот момент, когда женщина говорит, допустим, недавно я ехал на машине и смотрел на вот эти транспаранты, которые развешаны по всей стране, где огромное количество людей пишут о том, как они спасут страну, построят новые мосты, изменят так далее. И знаете, какая пришла идея? Она пришла такая: пусть они идут работать, эти люди. Потому что почему-то так построена система, что в этой системе они хотят прийти во власть, чтобы не работать. Так надо работать. Если бы они работали как обычные люди, то у них бы было все. А так они ничего не умеют делать и идут туда, чтобы воровать. Это неприятно. Дальше, по поводу изменений. Я когда-то говорил, вы понимаете, зло проникает в каждого человека индивидуально. Вот, допустим, красивая, хорошая семья, и вдруг женщина начинает изменять, или у нее появляется желание это делать, или хорошая, добрая семья, и вдруг там папа этой семьи начинает становиться нервным, бешеным, или там гулящим, или еще каким-нибудь. И это зло проникает индивидуально в каждого человека. Но борьба этого зла — это индивидуальный духовный рост человека. И именно поэтому люди, которые знают, что такая борьба может вестись, могут не позволить этому злу воздействовать на себя, включая возможность и желание быть более дисциплинированным, более духовно сильным или таким вот воином света.
Именно поэтому я часто говорю, к чему я это все, именно поэтому я часто говорю, такие большие, обширные революции, они не могут ни к чему привести, потому что индивидуальная работа каждого, она обычно индивидуальна. Общие идеи — это уже навязанные идеи, а индивидуальная работа каждого человека может привести к большему изменению, чем работа толпы с идеями, которые могут в дальнейшем кем-то быть навязанными. И ну вот так. Я думаю, что я иду на самом деле, это мое мнение, я думаю, что я иду очень правильным путем. Я маленький человек из глубинки Крымской области. В свое время решил для себя, что даже будучи маленьким человеком, я имею все шансы хоть каким-то образом улучшить жизнь тех людей, которые проживают на планете Земля. Почему? Мы хорошие. Славяне хорошие, люди постсоветского пространства, вообще все люди хорошие. Но почему-то все время кто-то хочет сделать или внушить им, что они плохие. И они начинают доверять. Потому что зло проникает. Ну и вот моя идея заключается не в том, чтобы изменить весь мир, а заключается в том, чтобы изменить каждого индивидуально. Чтобы у человека появилась радость, чтобы у человека появились надежды, чтобы у человека появилась вера, что скоро все изменится. Чтобы отпустили вот эти концепции, которые, в общем-то, мешают жить. Чтобы человек понял, что у него есть очень много выборов в жизни. Непонятные все это слова, но они могут быть понятны, если человек начинает проходить все мои ступени. Блинным. Так наши негативные ситуации, в которых мы оказываемся, они дают нам опыт. И этот опыт, как правило, хороший. Дело в том, что любой негатив, он создан таким образом, чтобы человек мог стать более добрее. Неприятности, чтобы человек стал добрее. Неприятности в семье, чтобы семья стала добрее друг к другу. Одним словом, любые проблемы, которые возникают у человека, они нацелены на то, чтобы человек стал более духовным существом. Более добрым, более покладистым, более ровным и так далее. В случае, если мы убираем вот такие первопричины, то есть вспоминаем, когда вас обижали в школе, и устраняем это с помощью гипноза, то в дальнейшем у человека появляются проблемы, он изменяет свой характер, и вот эту нить, которая идет с плохого и вырабатывает в душе хорошее, эта нить исчезает, и человек вдруг становится вредным. Я это очень часто наблюдал и не мог объяснить себе, почему это происходит. Почему люди, которые многократно проходят процессы или вот такие сессии, правильно говорить, вот такие сессии регрессивного гипноза или сессии поиска первопричин или там сессии, связанные с там, допустим, улучшением своего нынешнего состояния, вдруг в какой-то момент полностью изменяются. То есть раньше человек был добрый, хороший, ровный, становится агрессивный, хамовитый, становится злобный, начинает кидаться. Почему? Нельзя убирать все плохое из прошлого. Все плохое из прошлого сделало нас милыми, хорошими и добрыми людьми. Вот так это все устроено. Именно поэтому ковыряться в этом лучше не стоит, потому что обычно у человека портится характер. Напишите мне сейчас в комментарии обязательно в вебинарной комнате сайта duiko.guru, напишите, были ли у вас такие знакомые, или сталкивались ли вы сами с тем, что проходя вот такие сессии регрессивного психоза, расстановок, сессии по возврату в прошлую жизнь и так далее, изменяло ли это в худшую сторону вашу судьбу? Также скажите мне, изменяло ли в худшую сторону обращение к вашему роду и в дальнейшем практике, где вы призывали свой род? Напишите мне правду. И я эту правду прочитаю для тех людей, которые в дальнейшем захотят видеть это видео. Дальше, почему нельзя возвращаться к прошлым жизням? Дело в том, что когда человек возвращается в прошлые жизни, то он возвращается в то место, где он был совершенно старым человеком.
А когда человек умирает, то перед своей смертью, скорее всего, он болеет определенными заболеваниями. Это могут быть заболевания, которые были наработаны на протяжении всей жизни. Заболевания позвоночника, суставов, аутоиммунные заболевания, заболевания, возможно, психические и так далее. Мы же их не помним, эти заболевания. Так вот, когда человек начинает с помощью регрессивных вот таких практик или гипноза погружаться в те события, которые были в его в прошлой жизни, то он погружается постепенно в свою жизнь, начиная с ее окончания. А обычно окончание обусловлено тем, что там были онкологические болезни, и человек умирал от чего-то или за счет чего-то. А если, не дай бог, там была онкология или ишемическая болезнь сердца, либо тяжелейшая гипертония, разрывы сосудов там и так далее, то у человека энергетически все эти заболевания передаются в нынешнюю жизнь. И после такого сеанса вы на протяжении месяца можете внезапно, непонятно откуда, обрести самую настоящую онкологическую, самое настоящее онкологическое заболевание, и после чего иметь большие проблемы со здоровьем. Именно это очень часто я тоже наблюдал во время того, когда смотрел за тем, как проводятся сессии регрессивного гипноза и так далее. Итак, Андрей Андреевич, здравствуйте. Скажите, влияет на судьбу неправильная фамилия в паспорте? Допустили ошибку в паспорте отца, окончание «ая» изменили на «их». А детей потом переписали на эту фамилию с ошибкой. Получается, что это новая фамилия, не имеющая к роду отношения. И это хорошо, что не имеет к роду отношения. Не нужно цепляться за свой род. Ваш род — это вы, живые, с вашими живыми детьми. В случае, если бы род у вас был королевский, то нужно было бы цепляться. А если в роду были люди, умершие от онкологии, неуспешные, если род был или состоял из людей таких нервных, то тогда зачем он вам нужен? Вы хоть и являетесь учениками школы, и хоть и являетесь людьми, которые вот стремятся к чему-то, все равно должны знать и еще раз как бы обратить внимание вот на что. Дело в том, что для человека очень важен стержень, вокруг которого развиваются события мира. Вот этот стержень, он должен существовать. Его невозможно нарисовать, придумать. И исходя из той концепции, о которой я говорил, что наши чувства создают наши события, исходя из этой концепции, я хочу вам сказать, что одна из самых важных систем, одна из самых важных денежных практик, которую можно человеку представить, это денежная практика «обожаю». Вставайте или садитесь утром, представляйте, огненный, ничего не представляете, просто сидите и говорите: обожаю свою семью, обожаю то, где я живу, обожаю свою одежду, обожаю свои руки, обожаю свое лицо, обожаю то, куда я хожу, обожаю, вот, и начинайте произносить, что вы обожаете. Верьте в это, включайте это, даже если не верите, в своем сердце, особенно по отношению к родителям, по отношению к тем, с кем вы живете, даже если вы этих людей ненавидите, делайте так. Эффект не заставит себя долго ждать. Я гарантирую вам успех. Не надо ничего изменять. Живите счастливо, не думайте вы об этих фамилиях. Алла Смирнова, скажите, пожалуйста, почему в жизни повторяется одна и та же ситуация? Я всегда говорил, что необходимо делать выводы. Таким образом, в случае, если человек делает вывод, то он должен быть таким. Допустим, ситуация такая. Один мужчина я жила-бросил, второй мужчина жила-бросил, но вы же, когда он бросил, сказали подруге или подумали, ну что, ему все простило, все, пусть идет. А не надо было прощать. Но когда я говорю не надо прощать, я не имею в виду, что этому человеку можно разрешать второй и третий раз приходить в вашу жизнь. Я говорю, нужно прощать. Без надежды на возвращение, раз. И второе, нужно прощать, но твердо для себя знать, что такие мужчины, как он, негодяи и подлецы. Таким образом происходит вычленение такого человека в мире, где обычные подлецы, их из-за того, что мы в большинстве своем вот прошли путь религиозный, и у нас религиозное воспитание, это религиозное воспитание христианское или какое-либо еще, а в каждой религии говорится о прощении, о всепрощающих таких акцентах,
то мы обычно не тянем, то есть мы готовы запросто прощать политиков, которые ежегодно обманывают нас, мы готовы прощать мужей и жен, которые нас предают и уходят, прощать тех людей, которые бросают или кидают нас на деньги, не обращая на это внимания. Их нужно прощать, но нужно знать, что ваше ментальное или осознанное восприятие должно все время фиксировать их как подонков и подлецов. То есть нельзя прощать и отпускать. Нужно всегда знать, что там Коля Герасимов был там тем-то, тем-то. Или мой муж был вот таким подонком, сволочью и негодяем. Вы сделали вывод. Теперь я с такими сволочами и негодяями, как мой муж, жить не буду. Все, теперь это не произойдет. Недавно я смотрел видео мужчины, который очень много рассказывает о еде. Я сейчас буду есть сегодня вот только мясо, а сегодня я буду есть только вот это, а сегодня я буду есть только вот это. И мне все время... Или там человек говорит, я молюсь и славлю Бога вот в это время и целый день, и потом хожу туда, и хожу там еще, причащаюсь, постюсь и так далее. И после этого у меня такой естественный вопрос, он появляется как бы сам по себе. Этот вопрос звучит так, а когда вы успеваете жить, если человек так сосредоточен все время на том, чтобы есть, и что есть, еще об этом все время думать, а когда же жить? Что жизнь заключается только в вере, или жизнь заключается только в Боге, или жизнь заключается только в еде. Но есть же другие моменты. Я не занимаюсь исключительно эзотерикой. Одна из самых основных моих эзотерических практик заключается в том, что я просто получаю радость и живу. Давайте ответим своими словами. Вот будем ли мы счастливы после того, когда мы достигнем то, чего мы хотим? А ведь так обычно не бывает. Обычно, когда человек говорит, я хочу шубу, и в случае, если у него шуба появляется, то он не очень долго радостен. А через минуту он об этом забывает. Или такие, вот я женюсь на нем, после этого я женюсь на ней, после этого женился, и после этого через 2 года начинают ругаться. Таким образом, желания, они не всегда могут привести человека к счастью. Желания, как правило, или те желания, как правило, которые мы хотим, они не всегда могут привести нас к счастью. У меня была одна женщина знакомая, она не могла никак купить квартиру. И потом, когда эту квартиру взяла в долг, то не могла очень долго отдать. А потом мне говорит, мне предложил испанец выйти замуж, Андрей Андреевич, хочу выйти замуж за испанца. Я говорю, ну если тебе испанец нравится, она говорит, да, приезжал красивый мужчина из хорошей семьи, там фамилия у него такая, из 15 имен. И говорит, а я его буду первая жена, у него детей не было, так что мне делать с квартирой? Я говорю, ну вот она тебе нужна была. Она говорит, ну я столько лет отдала, чтобы у меня появилась эта квартира. Я говорю, ну и зачем она тебе? В ней ты не жила. Все равно жила с мамой, потом квартира появилась, всю жизнь на эту квартиру работала и мира не видела. Тогда, возможно, правильно было то, что тебе эту квартиру не давали. Вообще не нужно жизнь толкать своим лбом. Пусть жизнь сама открывает для вас то, что она для вас приготовила. Просто запомните те слова, которые я сегодня хочу вам сказать. Ваши желания, которые у вас есть, возможно, не соответствуют с тем счастьем, которое вы заслуживаете. Поэтому не нужно торопиться исполнять желания, нужно торопиться жить счастливой судьбой. А жить счастливой судьбой, хочу еще раз вспомнить те слова, которые я говорил на прошлом вебинаре, это слова звучат так. С нами происходит то, что мы чувствуем. Таким образом, наша прекрасная судьба, она исключительно заключается в том, чтобы ощущать прекрасные чувства, иметь прекрасные чувства и приумножать прекрасные чувства. Вот так. Ну, раз уже такая тема, хотелось бы несколько слов сказать вот о чем. Вы знаете, что многие из нас, вот проживающих на Земле, мы не живем как бы своей жизнью. То есть вот человек говорит, я хочу квартиру. Ну, тебе же хорошо живется сейчас без квартиры. Ну да, но я хочу, чтобы у меня она была. Или человек говорит, я не могу никак сдержаться, все время кричу, или не могу никак отдыхать, все время куда-то бегу. И многие люди иногда могут остановиться и сказать, я так страдаю в своей жизни, мне так жизнь надо сделать в этой жизни, чтобы она изменилась. И у меня есть ответ. Этот ответ такой, нужно найти себя. Вы знаете, это огромное чудо найти себя. И это не такие бахвальные и тупые, бессмысленные слова, а очень часто именно с этой позиции говорят какие-либо
наверное, гуру, возможно, можно назвать, то есть там найди себя, и там это может дать медитация и так далее. Нет, я вам расскажу. Дело в том, что когда мы живем, какие-то виды энергии, возможно, их можно назвать мороками, или возможно назвать их эгрегорами, или чем-либо еще, они каким-то образом начинают влиять на нас. В случае, если влияет на человека эгрегор или морок, или какая-то энергия блуда, то человек начинает думать все время о сексе, о деньгах, человек начинает переживать все время о деньгах и так далее. Там работы, человек все время думает о работе, о детях, человек все время думает о детях своих и так далее. И человек находится все время вот в таком омраченном состоянии. Он либо в телевизор смотрит, либо истощенный смотрит в телефон, а потом уже не может и как бы теряется и как в бреду засыпает. А где же он сам? Где настоящее то самое чувство, о котором в свое время говорил Шри Аурабиндо в Адвайте? И вот это чувство, которое должно, по идее, сформировать у человека единое существование, единое понимание божественной энергии. Может ли человек обычный его каким-либо образом найти? А для чего его найти? В случае, если человек его найдет и ощутит собственно свое собственное «я», то в дальнейшем он может справиться и с вот такими замороченными состояниями, которые мешают ему на самом деле быть счастливым человеком и иметь прекрасную судьбу и везение. Ну и как это все можно найти? А вы знаете, это очень просто сделать. Когда вы остаетесь дома, или когда вы где-нибудь на улице находитесь, или когда желательно так, чтобы вас ничего не отвлекало, постарайтесь в этот момент просто посидеть. Не с закрытыми глазами, с открытыми, просто посидеть. Вот в случае, если вы просто сидите, то вот эти мороки, которые у вас находятся, они непременно начнут вас мучить. Вот смотрите, начнет идти информация там о мужчине или о женщине, это морок блуда вас мучает, или там приворот какой-нибудь, то есть ни о чем не могу думать, только об этом человеке. Или там начинать надо что-то делать, это морок работы. Или там, а что же мне делать, мне нужно спать, это морок сна, который связан с тем, что вы не высыпаетесь и не отдыхаете, вам нужно лечь и спать. А что же должен человек почувствовать, когда человек сядет и уберет от себя сотовые телефоны, и когда ничего вокруг его не будет беспокоить, то вот в этом состоянии абсолютной расслабленности он может получить самую главную, наверное, самое главное питание, божественную энергию. То есть он может в этот момент увеличить свою духовную силу, никуда не торопясь, ни о чем особо не думая, абсолютно расслабившись, абсолютно ни о чем не переживая, впустить в себя тот мир, который, как известно, никуда не торопится, всегда есть, всегда был и даже после нашей смерти всегда будет. Пустить в себя эту бесконечный элемент времени, пустить в себя эти звезды, эти деревья, которые без конца растут, эту смену жизни, пустить в себя, и пусть оно двигается вместе с вами. Вы придумали для себя мир, в котором вы по-человечески торопитесь, а настоящий мир, в котором вы на самом деле живете, это мир, который находится вокруг вас, который никуда не торопится, у которого было прошлое, есть настоящее, будет будущее. Открыть необходимо свою душу, почувствовать вот эту расслабленность, и все, что приходит человеческое, от себя в этот момент отгонять. Дети, беспокойство, работа, все нужно отбросить. Нужно, не нужно, не нужно. Болит, переболит, мучает, не мучает и так далее. Так мы можем найти, собственно, самого себя. Уважаемый учитель, вы также говорили, что если у ученика школы ничего не меняется к лучшему, от него отвернулся Бог. Скажите, пожалуйста, это мой случай? Нет, это не ваш случай. Когда отворачивается от человека Бог? От человека Бог отворачивается вот в таком случае. Каждый человек рождается с элементом внутреннего огня, агни. Внутренняя агни – это элемент Бога. Бог всех любит одинаково, что червячков, что людей. И когда человек рождается, то часть божественной энергии, она проявляется в человеке в виде безусловной любви, в виде того огня, который постоянно нагревает физическое тело. Доказательство. Ребенок рождается теплый, человек умирает, становится холодным. Что из него вышло? Его душа. Так значит, душа горячая. Таким образом, да, таки да, как говорят в Одессе. Тогда, если человек обретает от Бога любовь безвозмездную, то в тот момент,
Когда есть в нем эта любовь, и он ее чувствует, то эта любовь стимулирует его к действию ради кого-нибудь что-нибудь сделать. То есть эта любовь заставляет его сделать что-то для кого-то. Но появляются эзотерические механики, эзотерические религиозные секты и религии, которые говорят о безусловной любви или проявления в виде не делания для человека, а духовного проявления любви. Так вот, я вам хочу сказать, что в тот момент, когда человек духовно проявляет свою любовь кому-то, то он отдает частичку божественной энергии, которая принадлежит только этому человеку, тем самым отталкивая или отворачивая от себя Бога. Самые страшные медитации, которые может производить человек, это ничего не делать, а просто мысленно дарить кому-нибудь свою любовь. Тем самым он отталкивает от себя Бога, и в дальнейшем этот человек сталкивается с тем, что он теряет мотивацию. Ему не хочется ни для кого ничего делать, у него исчезает мотив. И что необходимо сделать? Необходимо вернуться к Богу. Каким образом? Необходимо научить себя испытывать чувство радости и чувство удовлетворения и удовольствия в груди. Очень часто, когда люди приходят в мою школу, они приходят вот такими духовными калеками. Их научила религия, их научили секты, их научили другие мастера и научили плохому. И они приходят, и в их жизни ничего не происходит. У них плохо все. И эти люди, они должны научиться чувствовать себя маленьким человеком. Они должны научиться чувствовать себя радостным человеком, безвозмездно, от ничего. Начать вновь любить безвозмездно себя, безвозмездно свою жизнь, радоваться тому, что вокруг них происходит. Тем самым человек возвращает к себе ту божественную энергию, которая, собственно, и делает его человеком человечным или высокодуховным существом. Скажите себе, я каждый раз, когда приезжаю, обретаю силу. И тогда эта энергия вам подчинится. Нельзя силу получить без нагрузки. Именно поэтому, когда говорят, там, приезжайте в лес, там у нас места силы, нет там никаких мест силы. Идите высоко в горы, едьте куда-нибудь в Тяньшань, и после этого поднимайтесь на 6 километров вверх, и когда вы из последних сил доберетесь куда-то, без возможности дышать, шевелиться, у вас будет удовлетворение, и вы обретете силу, силу и веру в себя, силу в то, что вы можете себя перемолоть, преодолеть, достигнуть, сжать зубы и сделать больше, чем вы можете. Я очень люблю спорт. И я считаю, что спорт – это элемент гордости за себя, когда ты себя преодолеваешь, воспитываешь и достигаешь. Это очень требует уважения. Христианство нам говорит наоборот. Не нужно этого ничего вообще, не нужно никакого преодоления. Нужно наоборот подставить левую щеку, подставить правую. Поэтому, когда тебе плохо, то самое важное – переродиться, не переродиться, а в рай попасть. Смех очень часто является элементом некомпетентности и желания защититься. Это такая вот особенность у человека. Вам страшно, что, возможно, ему плохо. Вам страшно, что вы не можете ему помочь. Также нужно всегда помнить, что вслед за смехом идут слезы. Именно поэтому вы вот так вот проявляете переживания. Что делать в этот момент? Ну, можно вот что представлять. В случае, если вы не можете справиться, необходимо представить, будто у вас в груди лежит большая рисинка. Допустим, она вот так лежит вертикально. И когда вам хочется смеяться, разверните и сделайте ее горизонтально. Второй вариант. Когда хочется смеяться, представьте, будто у вас зеркало стоит прямо в центре груди. И в тот момент, когда хочется смеяться, разверните это зеркало так, чтобы и с одной стороны зеркало одно и то же. Вот то, которое сзади, пусть будет впереди. Таким образом, вам будет мгновенно отпускать и не будет хотеться смеяться. Алена Салай. Огромное спасибо за марафон 2. Прорыв крутой в материальном плане. Вчера закончила 4-ю обновленную ступень и уже приобрела 5-ю и 6-ю обновленные ступени. Очень хочу пойти после 6-й ступени собеседования и с вашего разрешения попасть на 7-ю обновленную. У меня вопрос.
Мой мужчина англичанин, но очень рад моему обучению в школе Кайлас и просит меня объяснить ему суть и концепцию. Я пытаюсь, но хочу, чтобы он сам изучал философию. Есть ли ступень или другая информация на английском языке? Спасибо за ваши знания и позитивные изменения. Я хочу вам сказать, что первая обновленная ступень есть на английском языке и выложена в свободном доступе на канале YouTube прямо у меня. Пишите на английском языке Кайлас Шул и после этого проходите все ступени, первую ступень, все дни на английском языке в английской версии. Пожалуйста. Когда начинают люди заниматься бизнесом, то они очень часто путают, в Советском Союзе их научили это делать, то они очень часто путают бизнес-партнера с хорошим человеком. В чем разница? Когда человек очень хорошо относится к другому человеку, как к человеку, члену своей семьи, как к человеку, который, возможно, может годиться ему как быть отцом или ребенком, то между такими людьми появляется отношение, которое очень похоже на отношение отца и сына, или брата родного, или там мужа и жены, или там сестры, брата и так далее. И когда такие отношения или такие чувства возникают, то человек, который эти чувства чувствует, начинает относиться точно так же к этому человеку. Именно поэтому делать этого ни в коем случае не стоит. Всегда необходимо держать большую дистанцию во время бизнеса с кем-либо. Не дружбаниться, не выпивать вместе, не обниматься при встрече, не делать так, чтобы этот человек считал, что вы дружбан этого человека. И это нужно вашему мужу объяснить, что даже если этот человек хороший, то он все равно бизнес-партнер. Бизнес-партнер не хороший человек. Бизнес-партнер — это просто человек, который либо должен вам деньги, либо вы ему должны работу. Таким образом, нужно вот так это все воспринимать. Как только человек начинает воспринимать бизнес-партнера как хорошего человека, в этот момент хороший человек думает, что бизнес-партнера можно там как родного брата, там та подождет с деньгами, та еще что-то, та еще что-то. Именно поэтому нужно ставить дистанцию, и мужа нужно научить, что они не друзья твои, а бизнес-партнеры. Тогда перестанут вас обманывать. Вообще хочу вам сказать, есть этика, она этика бизнеса. В этике бизнеса, когда вы, допустим, встречаетесь с кем-то, это ваш, там, допустим, бизнес-партнер, то обязательно называйте его на «вы», обязательно как бы говорите о том, что когда будет выполнено, скоро ли это произойдет, как это мы можем сделать, и относитесь точно так же. Не делайте из этого человека частью своей дружбы, частью семьи и так далее. Да, вы можете дружить, но дружба вне бизнеса. У вас бизнес с 11 часов утра там, до 9 часов вечера, ну допустим. После 9 вы можете выпить вместе пиво и даже обниматься. Но в обычной жизни жесткие условия для выживания и только бизнес-отношения. Второй вариант. Никогда не ругайте тех людей, которые вам должны или вы этим людям должны. Объясню почему. Когда вы ругаете этих людей, то люди не хотят для вас ничего делать. Им лень становится. Именно поэтому нельзя за глаза говорить против человека, который на вас работает или вам должен выплатить что-то плохое. Вот козел там или вот идиот. Не делайте этого. И второе, не делайте из этого человека друга. Не чувствуйте к нему то, что вы чувствуете к жене, к брату, к сестре, к маме и так далее. Ни в коем не нужно обучать ребенку злу. Злу его научат вот такие дети, которые толкаются. А что происходит и почему дети толкаются? Они обучают его злу. Вашей миссией не является его попекать, потому что когда кто-то толкает, он рано или поздно начнет за себя стоять. В том случае, если его будете опекать, он не научится, потому что он будет постоянно чувствовать у себя за спиной тыл мамы, тыл бабушки или еще кого-то. Нельзя ребенку... Почему это происходит? Потому что, будучи одиноким или где-то сам, кто-то на него будет нападать, и они научат самому нападать. Просто для этих детей это поведение, которое у них дома происходит, а для вашего ребенка неестественное поведение. Именно поэтому ваш ребенок не научится в дальнейшем так поступать с другими детьми. Он... У тех детей не будет счастья в жизни, потому что если у ребенка дерутся дома, если ребенок это переносит во внешнюю жизнь,
то в дальнейшем этого ребенка ждет очень плохая судьба. Тюрьма, болезни, невезение тотальное. А если ребенок дома получает доброту и кто-то на него атакует, то рано или поздно он себя будет защищать. Можете не сомневаться в этом. Потому что так устроен ребенок. А чего нужно научить ребенка? Не учите ничему. Создавайте дома условия, при котором он может видеть, что мама папу обнимает, что мама папу защищает. И говорите, что на тебе ответственность как мужчины за всю семью. Можно, сынок, я это сделаю, или можно я вот это сделаю, и так далее. То есть пусть он как бы несет ответственность за всю семью. Магнитов. Можете насобирать маленькие израсходованные батарейки или емкости. Это будет, или поставить аккумулятор посредине квартиры. Это будет неким элементом магнита, который будет, поставьте его с программой, что данный магнит является магнитом, улавливателем мата, периодически мойте этот магнит. Могу вам поверить, что когда не в вашу сторону и не вы будете получателем данных матов, такие маты перестанут возбуждать вашего мужчину, и он добровольно сам самостоятельно от них откажется. Прямо проверенный метод. Андрей Андреевич, у вас очень красивая рубашка. О, спасибо. На улице осень, именно поэтому захотелось вот такого настроения, захотелось, чтобы осталось немножечко радости какой-нибудь, осталось этой летнего настроения, почему-то захотелось какого-то еще чуть-чуть хотя бы летнего тепла, но осень тоже прекрасная пора года. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, те мантры и заклинания, которые вы выкладываете и читаете на видео, так вот, если их смотреть, то я буду вашим должником, если буду слушать ваши шумы, мантры и заклинания? Нет. В случае, если человек слушает мои мантры, шумы и так далее, то там идет реклама. И когда реклама идет, и человек смотрит эту рекламу, то он должником не становится. Именно поэтому я поставил все-таки рекламу, для того, чтобы она мешала людям. Почему? Потому что если бы я этого не сделал, то люди бы становились должниками. А так, за счет того, что они смотрят эту рекламу или просматривают эту рекламу, мне происходит или приходит начисление в YouTube, хоть это и небольшие суммы денег, тем не менее, это является их как бы расчетом для меня, и это стимулирует мне понимать, что никто должником моим не остается. Можете смотреть, мне не нужны ваши моменты, многое делаю безвозмездно. Как мне быть? Муж злится, что у меня получается благодаря вам зарабатывать, накормить семью, но он постоянно мне пытается устроить препятствия, говорит, ничего у тебя не получится, что мир это все временно, он как вампир, трясучки доводит, потом мне плохо, он себя потом чувствует хорошо. Ну, во-первых, вы не знаете, как он себя чувствует, и то, что человек улыбается и так далее, ничего не обозначает. Также у мужчин, которые вот так относятся к женщинам, есть комплекс неполноценности. Он заключается в том, что они считают, что мужчина главнее женщины, и он должен ее строить, иначе она будет ему изменять, убегать и там еще что-то делать. Именно поэтому мужчина считает, что он главный, и таким образом он может проявить свою значимость и свою главность. Говорите такие слова, я вас научу. Даже если вы это начнете делать прямо сегодня или прямо завтра, вы увидите, что уже до следующего вебинара жизнь колоссально изменится. Каждый раз, когда он будет говорить, ничего у тебя не получится, говорите, да, любимый, как скажешь, любимый, хорошо, любимый, запишите все три слова. Я вас еще раз хочу научить этим словам. Смотрите, да, любимый, как скажешь, любимый, хорошо, любимый. И это выглядит так, у тебя ничего не получится, хорошо, любимый, как скажешь. И после этого делайте, что вы хотите. Потому что это будет... Это взрастит в нем, и это успокоит в нем лидера. Он в семье считает, что он должен быть лидером. Дайте ему понимание того, что вы не сопротивляетесь этому. Хочет он этого, пусть получит. Это же все из инсинуации нашей психологии, из инсинуации нашего психического вот такого безумия какого-то, как сказал Зигмунд Фрейд в свое время. Таким образом, потешьте его самолюбие словами, которые являются фактически подчинением вас как женщине. Раз он придумал, что он должен вас подчинить, ну дайте ему этот шанс, подчинитесь ему. Поэтому он говорит, вот ты не права, вы говорите, нет, ты ничего не понял, неправильно. Он говорит, да, ты не права, вы говорите, да, любимый, как скажешь.
И ты не должна, конечно, любимый, пусть так и будет, как ты хочешь, но делайте, как хотите, потому что ему достаточно этих слов. Увидите, за одну неделю будет другой человек совершенно. Когда я был маленький, я очень часто наблюдал вот зачем. Когда человек чего-то хочет, то это одновременно является для него недостижимой концепцией. А недостижимая концепция для человека – это желание жить. Как же у вас забрать сейчас желание жить в виде этой недостижимой концепции и дать? А если дать, то зачем вам дальше жить? У вас это появится. Именно поэтому я говорю очень часто эти слова, которые вы не слышите на первой моей ступени. И новые, и старые. Я все время говорю, самая важная концепция нашей школы – это не заморачиваться и не париться. Почему? Вот смотрите, однажды я начал замечать, что когда женщина говорит, я так хочу выйти замуж, она одновременно думает, ну это так сложно сделать, это прямо недостижимо для меня. Все, это для нее очень важный концептуал. То есть, а если она достигнет, то за счет чего она будет жить? К чему она будет стремиться? Так человек, который мечтает о Мерседесе, у него меньше шансов получить Мерседес, чем которому все равно есть у него Мерседес или нет. Так женщина, которая мечтает о мужчине, у нее меньше шансов, чем женщина, которая безразлична о том, будет с ней мужчина жить или нет. Так человек, мечтающий о деньгах больших, у него меньше шансов заработать большие деньги, чем для мужчины, которому все равно будут у него большие деньги или нет. Это важно запомнить. Это очень правильно то, о чем я говорю. Ставьте другие концепции. Поменяйте ее, не заморачивайтесь на жилье. Заморачивайтесь, я не знаю, там, станьте депутатом. О, теперь хочу, обожаю, хочу стать депутатом. Это так сложно, а квартира не важна. А вы знаете, что многие люди именно сейчас могут разрушить свою судьбу? Каким образом они могут это сделать? Первое, нужно всегда помнить, никогда, ни в коем случае не зарабатывайте на горе и на плохом. Это особенность эзотерики. Никогда, старайтесь никогда не зарабатывать на горе и на плохом. Это плохо заканчивается, это дает человеку плохую карму. Именно такое очень частое явление я замечаю. Сейчас, когда вот пришло время и нужно было начать изготавливать там антисептики, их можно было очень много продавать и так далее, я на это не пошел. Почему я на это не пошел? Я не пошел, потому что на горе зарабатывать плохо. Я сделал это специально, перестал это пиарить и даже запретил где-то очень обширную рекламу. Почему? Я не хочу зарабатывать на горе. И именно поэтому я перестал монетизировать шум, который должен вылечить человека от заболеваний вируса и так далее. Почему? Нельзя зарабатывать на горе, это табу. Человек может зарабатывать на том, что он хорошо умеет делать. Но то, что он хорошо умеет делать, однозначно должно приносить людям счастье. Именно поэтому я стараюсь вести такой вид жизни, вид бизнеса, который не принесет людям горе. И к этому призываю всех людей, которые будут слышать в дальнейшем данный вебинар. Я за созидание, за мир и за то, чтобы общество людей существовало, а не разрушалось. Как люди могут разрушить свою судьбу? Итак, первое, продавать то, что разрушает людей. Второе, обманывать, лгать, недоплачивать, так как они фактически становятся должниками. И время, которое они живут, увеличивает их долг. Возможно, это не сразу происходит. Существует ли стоимость человеческой жизни? Да, она существует, и есть определенная формула, которая может подсчитать стоимость. Как ее определить? В случае, если человек на протяжении своей жизни зарабатывал на протяжении одного месяца определенную сумму денег, и посчитать количество лет и количество заработанных этим человеком денег, то вся заработанная сумма фактически будет являться стоимостью его жизни. В случае, если человек делает что-то на шару, делает что-то, обманывая других людей, недоплачивает, то он становится кармическим должником перед теми людьми, у которых он эти деньги как бы недоплатил, недодал, забрал, обманул и так далее. Таким образом, когда стоимость его фактическая, его стоимости жизни будет меньше тех денег, которые он должен,
его жизнь может прекратиться. Но это не все. Часто у такого человека есть семья. Это может быть родной сын, родная дочь, там, или тот, кого он очень сильно любит. Можно ли гипотетически предположить, что стоимость очень взрослого человека, стоимость его жизни более большая, чем стоимость жизни маленького человека, который еще не начал работать? Конечно, стоимость жизни, допустим, такого маленького человека, она невысока, потому что он еще не начал зарабатывать деньги. Естественно, очень часто у таких людей во время их жизни, из-за того, что они делали все на шару и пытались это делать принципиально, у них забирают их детей, потому что стоимость жизни детей меньше, чем стоимость такого взрослого человека. Именно поэтому я очень часто говорю, не нужно делать ничего на шару, избегайте этого, старайтесь дополнительно лучше немножечко сверху давать, для того, чтобы в дальнейшем ваша судьба и судьба ваших близких не была нарушена тем, что у вас за долги заберут жизнь вашего близкого человека. Не совершайте такую ошибку. Страх. Женщина написала: Андрей Андреевич, я очень сильно всего боюсь. Что же мне делать? Как мне преодолеть страх? Существуют ли какие-либо методы? Конечно. Есть три элемента, которые блокируют страх. Первое. Когда боится зайчик, он прячется? Да. А что делает зайчик, когда боится? Он прячется в норку? Да. А когда он боится, он замирает? Да. И дышит плохо? Да. Смотрите, рассмотрим. Когда человек боится, он дышит поверхностно. Когда человек боится, он хочет спрятаться. Когда человек боится, он не шевелится. Тогда как разрядить себя? Нужно активно дышать. Второе, обязательно выходить из норки и гулять по улице, заходить во все магазины, ничего не бояться. И третье, что я там говорил, не шевелится, прячется и плохо дышит, и танцевать. А еще психологический момент, который может помочь человеку справиться со страхами: если боишься, делай. Любое действие убирает страхи. Страх — это то, что мешает человеку в дальнейшем быть предпринимателем. Бездействие — это приведет к страху. Действие преодолеет страх. Отсутствие коммуникации приведет к страху. Коммуницирование уберет страх. Что такое коммуникация? Это возможность с кем-то знакомиться, возможность с кем-то контактировать, возможность с кем-нибудь начать разговор. А я хочу вас спросить, вы с кем-нибудь разговариваете на улице? Если да, то у вас будут, скорее всего, возможности в жизни. Если нет, вы не коммуникабельный человек и застенчивый, боитесь первыми начать говорить, боитесь высказать свое мнение, вам необходимо это преодолевать. И очень часто люди говорят: Андрей Андреевич, ну как мне избавиться от нищеты? Я все время говорю: нарабатывайте свою коммуникабельность, не сидите дома, начните дышать, начните танцевать перед телевизором, все что угодно делайте, это уберет страх. Человека создал Бог. Если Бог создал человека, то только Бог знает, когда человек умрет. Вы согласны с этим? Вы знаете, когда вы умрете? Скорее всего, каждый ответит: нет, не знаем. Тогда, когда человек умрет, знает кто? Знает, наверное, тот, кто дал жизнь человеку, Бог. Тогда в случае, если Бог знает, когда человек умрет, пусть и он заботится о том, когда вы должны умереть. Поэтому надежда на то, что Бог вас услышит, и надежда на то, что если Бог вас создал, тогда пусть он и боится. А вам-то что бояться? Живите и радуйтесь. Почему коронавирус появился на Земле? Никто и ничто не может уйти от того, чтобы объединиться с семьей. Дело в том, что очень часто люди разъединяются между собой. Они стараются максимально быть... Сейчас популярна такая тематика, она звучит так. Семья — это не важно, жениться — это не важно, родители — это не важно, там, социум — это не важно, идеологии уже никаких нет. То есть люди живут кто в лес, кто по дрова. Если вспомнить советское время, в советском время все выходили на улицу, садились, играли в домино, могли всем домом пойти где-нибудь там нарезать, я не знаю, какой-нибудь еды, салатиков там, и все вместе там поубирать во дворе. Все друг друга знали, весь город друг друга знал, все были коммуникабельными людьми. У всех была одна задача, одна идея, не было чужих детей. Если кто-то терялся, весь дом вставал, шел искать этого ребенка и так далее. Если сейчас это, сейчас соседи в одном подъезде, в одной вот этой камере, я не знаю, как она, боксе, они друг друга не знают. Вы представляете, они могут жить втроем, выходить, их обувь может лежать в коридоре, и они друг друга не знают, не здороваются, не общаются, не знают ни фамилии, ничего.
Дети могут не знать, родители сегодня ели или не ели. Родителям все равно, ели дети или не ели, чем они живут, чем занимаются, чем дышат. Никого не интересует это. Да, они выживают, но зачем? Если люди стадные, а ведь мы же выходцы из животного мира, человек — это стадное животное, стадом выживать легче. Конечно же, как сказал Александр Македонский, для того, чтобы управлять людьми, их нужно между собой разделить. Поэтому каждый будет разделен, кто в лес, кто по дрова, и тогда разделяй и влавствуй. Вот это и происходит, для того, чтобы вами управляли, вас начали разделять. А чем был полезен коронавирус, по моему мнению? Ну, конечно, он не полезен вообще ни в каком виде. Но, тем не менее, мог ли он быть или иметь хоть какую-то хорошую сторону? Ну, однозначно нет, но она есть. И эта хорошая сторона заключается в том, что люди начали объединяться. И вновь начали появляться семьи. И всех заперли, и сейчас ничего не возможно сделать, и все поехали в деревню к своим родителям, начали обращать внимание, что рядом находятся дети, начали обращать внимание, что это есть, о том, что существует семья. И это, как ни странно, хорошо, не зря существует пословица: нет худа без бобра. Это шутка была. Здесь такой вопрос: зачем человек живет на земле? У многих людей есть ответ: он просто так живет, без всякого смысла, как говорят обычно люди. Тогда слово «смысла» звучит как «мысли». Тогда вопрос: зачем ему мысли? Они же мешают человеку жить. Ответ на это – это случайность. Любые мысли – это случайность. Ответ: это не может быть случайностью, так как мироздание связано с законами. Смотрите, есть химические процессы, у которых есть закономерность, генетические, математические, гормоны – все есть закономерность. Наши гормоны в теле не случайны, химические реакции не случайны, физические реакции не случайны, поэтому и человек, и формирование у него мыслей не может быть случайным. Обычно говорят, что, Андрей Андреевич, все в мире случайно. Нет, математика не случайна, химические реакции не случайны, там есть законы. Если бы этих законов не было, то это бы происходило хаотично. А из-за того, что есть закон, значит, это уже не случайность. Поэтому все, что происходит с человеком, гормоны не случайны, болезни не случайны, а закономерны, сознание не случайно. Поэтому это необходимо было, и это закон, что оно у человека появилось. Ну тогда, если это закономерность и сознание в человеке, это не случайность. Если есть сознание, то оно может быть настроено на два элемента восприятия. Первое – позитивное мировосприятие, и второе – негативное мировосприятие. Тот, кто настроен на негативное восприятие, тот за мир тьмы. Тот, кто настроил на позитивное восприятие, тот за мир света и добра и радости. Всегда существовать будет мир добра и радости, и всегда будет существовать мир мертвых и тьмы. Те люди, которые выбирают для себя осознанно собирание мусора, грязи, гадостей, на кого бы выплеснуть, вот я смотрю по комментариям, обычные люди, их даже просматривают, и пишут там: да почеши себе там половые органы, Дуйко, что за эта хрень вообще, чтоб ты сдох и так далее. Ну какое ему дело, зачем этот человек это пишет, что ему не имется, неужели я ему что-то плохое в жизни сделал? Сотни писем я получил на своем канале, там, надо его посадить. Ну почему меня надо посадить? Что ж я плохого сделал, что вот такого человека, как я, нужно посадить? Я что призываю, к войне или к терактам, или еще к чему-то? Иди к Богу, так я с Богом общаюсь. Больше, чем люди, которые в церкви. Я понимаю, даже на таких людей не обижаюсь. Мир всегда будет полон людей, которые добровольно для себя, со сознанием, с мыслями своими, добровольно выбирают мир. Ругани, критики, зла, злоба, озлобленности, ненависти. Им тяжело. Конечно же, если посмотреть на мир и посмотреть на людей, которые живут, если они злые, ненавидят друг друга, готовы... Ну хорошо, это же вирус, ну пусть это вирус, но зачем же крыть всех подряд? Но мы же не виноваты, никто не виноват. Это просто появилось. Зачем же на людей кидаться? Это что ж такое? Когда на улице плохо, то люди поступают, как будто они в стае собак находятся. То есть собаку слабую необходимо заклевать, закусать. Я проводил даже эксперимент сегодня. Мы подъехали к торговому центру, и туда не пускают без масок.
Она у меня была, эта маска. Я хотел снять на видео, но потом людей пожалел, потому что на этом зарабатывать нельзя. И я начал выходящим людям говорить: вы бы могли мне подарить маску, так как у меня маски нет, и я не могу зайти в магазин, а я хочу есть. Никто не начал давать мне маски. Почему? А если у меня действительно ее нет, это что, я должен пропасть теперь без маски? Никто не дал, серьезно. Это было очень неприятно. Они отскакивали, как будто я придурок какой-то и так далее. Говорили: вот надо в аптеку вам поехать. Я сам знаю, что в аптеку. Ну что, тебе сложно дать маски? Я говорю: отдайте свою, я ее одену, схожу, потом вам отдам. Говорят: нет, вообще не подходи. Ну меня потом охранник говорит: идите без маски, я вас пущу. Видите, он хороший человек оказался. А это что, если у меня маски нет, ее нельзя купить в городе, то я фактически не смогу зайти в магазин, чтобы купить для себя еды. Все, теперь мир, давайте меня заклюем, заплюем, затолкаем, запинаем. Все, я уже являюсь патологическим заразителем окружающего мира. Но это же нехорошо. Что с людьми происходит? Как они могут быть такими? Я не понимаю этого. Ладно, семья и деньги. Деньги любят комфорт и радость сердечную, а она есть магнит денег. Если в семье уют, то всегда будут появляться финансы. Это возможно только при поддержке друг друга. Ориентирование на деньги. Очень часто люди ориентируются на все, что угодно в своей жизни. На то, как найти возможность напиться, на то, как найти возможность загулять с кем, на то, как найти возможность я не знаю, о чем люди могут думать, но вот очень много думают обо всем, как плохо, как хорошо и так далее. Вот гипотетически, если бы каждый человек то, о чем он думает, заменил то, как можно заработать деньги, то каждый из нас стал бы тут же очень богатым человеком. Если человек на протяжении дня начинает задумываться о том, как заработать деньги. Может, краску мне делать? Нет. Может, колбасу начать делать? Нет. Может, начать делать веники? Нет. Может, стулья начать делать? Нет. Может, я куплю деревяшек каких-то? Нет. Может, построгать что-то дома? Нет. Может, книгу написать? Ну, нет. Может, песню станцевать? Может, ну, хоть станцую. То есть, если бы человек, ну, за это деньги не заплатят, да. То есть, если человек бы ориентировался на то, как заработать деньги, а не почему его почему их нет. Вот люди пишут: Андрей Андреевич, почему у меня нет денег? Да неправильно. Не нужно говорить не почему нет денег, а как я могу заработать, как я могу, хоть ответ появится. А почему нет? А кто знает, почему нет? Кто же может ответить, если ты уже не умеешь на этот вопрос отвечать? Кто должен сказать? И кому этот вопрос задается? Если нет денег, то их нужно заработать. И нужно говорить: я скоро заработаю, и сейчас я буду придумывать, садиться и каждый день, утром, в обед, вечером и перед сном думать о том, как вы заработаете деньги. Сначала появляется идея, после этого идея вытачивает ядро, после этого обязательно, вот вы должны это знать. Идея возникает с мучениями, со страданиями, очень часто это происходит, тяжело это все дается, но обязательно об этом нужно думать. Скоро никак, как я заработаю деньги, что мне необходимо предпринять, что мне необходимо еще сделать, как я должен к этому прийти. И об этом нужно думать утром, в обед и вечером. И не сбивать себя в идеи другие, допустим, там, почему у меня нету, что, кто виноват в том, ну и что, что виноват, как мне устроиться. Конечно, это называется ориентирование. О чем люди думают? О том, что нету в семье чего-то, о том, как мы будем платить, о том. Да не об этом думайте, а думайте о том, как заработать. Вот будете думать о том, как заработать, будете зарабатывать. Чем отличаются люди, которые умудряются зарабатывать, от тех, которые не могут? Люди, которые умудряются, они вначале думают очень много, как заработать, как заработать, как заработать, как заработать, как заработать. Я вчера разговаривал с человеком, который у меня строителем работает. Я говорю: Макс, у тебя очень плохо в жизни получалось. Он говорит: я думал долго, как заработать, пока не придумал. Это особенность такая, не нужно никого обвинять, это ничего не даст. А если думать, как заработать, то тогда идеи придут. Важно ориентироваться на том, как их заработать, а не том, почему же их у вас все-таки нет. Деньги – это энергия, и они много могут рассказать человеку о мироздании. Итак, первая формула, самая простая. Смотрите, быть
Бедным человеком – это быть человеком, у которого не хватает на пропитание, не хватает на одежду, не хватает на отдых, не хватает на здоровье, не хватает зубы сделать. И это все приводит человеку к чему? К печали и разочарованию, страданию. А человека, у которого появляются деньги, то этот человек имеет возможность кушать, одеваться, отдыхать, там, что-то себе покупать. Это приводит его к комфорту и радости. Тогда давайте уберем: нет денег — страдания, есть деньги — радость. Тогда, если убрать все, что между ними находится, и гипотетически сказать, что же управляет наличием денег и что управляет недостаточностью денег, то существует некая энергетическая основа. Человек страдающий, его это приведет к тому, что он будет бедным. Человек радующийся рано или поздно станет богатым. Андрей Андреевич, я не могу устроиться на работу. Что такое угрюмый все время? Нету на тебе ни улыбки. Да как же тут можно? У меня ничего не получается, ничего не хватает. У меня дома скандалы. Это не избавляет тебя от того, чтобы ты был богатым. Хочешь быть богатым — начни радоваться. Почему? Потому что ты живешь. Жизнь — самая высокая драгоценность для человека. Раз ты ей обладаешь, значит, радуйся. Мир не любит неудач. Дали мяч — иди забивать гол. Именно поэтому тебе дали жизнь. Хочешь или не хочешь — выбери для себя. Ты радуешься или ты страдаешь? Выберите сами для себя путь: богатого человека или бедного. Бедные — страдающие, богатые — радующиеся. Бедные страдают, богатые радуются. Если начать радоваться, будете богатыми. Для чего человеку деньги? Чтобы купить еду, чтобы купить кровь, одежду, одним словом, для комфорта. Что увеличивает комфорт? Комфорт увеличивает чистота, красота, красивая музыка, спокойствие, семейное спокойствие. В противовес этому что мы можем поставить? В противовес этому мы можем поставить в семье, допустим, претензии, ругань, вялость, нервное состояние, желание найти что-то плохое, кого-нибудь оскорблять, внутреннее желание создать натянутую обстановку, обвинить кого-нибудь в чем-то, засорить место проживания, не ухаживать ни за чем, не убирать ни за кем, никому ничего не помогать, то есть иждивенческое такое состояние. Будут ли деньги? Ну нет, если деньги нужны для комфорта, а человек избегает комфорта и не хочет комфорта в своей семье создавать, то тогда зачем ему деньги? Если, вот смотрите, почему у алкоголиков не может быть денег? Потому что алкоголик, он приводит все к тому, что дома нет комфорта. Тогда будут ли ему даваться деньги? Ответ такой: нет. Почему? Потому что он напивается, дома скандалит, дома ругань, вонь, потому что он сам воняет, потому что всем от него дискомфортно. Таким образом, если это доставляет дискомфорт, то тогда деньги, они нужны для того, чтобы был комфорт. Поэтому в случае, если человек стремится к тому, чтобы создавать дискомфорт, у него денег не будет. Тогда к чему нужно стремиться? К комфорту. Открываю книгу, она называется «Магия денег». Я открываю сегодня только первую страницу. Такую книжку вы можете приобрести. Здесь я со слитком, вот таким стою, золотым. Считаю, очень интересная книга. Она небольшая, но она очень интересная. Сегодня я по пунктам расскажу об основных идеях, которые есть в этой книге. Данную книгу можно приобрести на моем сайте kailas.market. Этих книг много сейчас. «Магические методы лечения человека». Вот есть книга «Магия денег». Сегодня пообщаемся по книге «Магия денег». Итак, первый пункт звучит так. И вдруг в какой-то момент люди решили, что они должны друг у друга отобрать территорию. И кто в этом прав, кто виноват, я не знаю, и, наверное, это меня не касается. Тем не менее, я бы хотел вам сказать: пусть у тех людей, которые придумывают войны, пусть у тех людей, которые хотят, чтобы люди между собой воевали, пусть у них весь их род закончится.
Потому что ни одна жизнь, ни одного человека не стоит никакой абсолютной идеи. Ни фактической, ни политической, ни физической. Я плохо отношусь к батюшкам, плохо отношусь к политикам и презираю тех людей, которые благословляют любых воинов на то, чтобы они убивали кого-то или были кем-либо убитыми. По поводу границ, территории и так далее, я хочу вам сказать, что всегда, во всех случаях, абсолютно всегда можно договориться. С кем? Со всеми. Всегда со всеми можно договориться. Когда у людей появляется война, это говорит о том, что две стороны не могут договориться. А что же им надо? Им необходимы деньги, им необходима власть, им необходимо сырье какое-то и так далее. Можно договориться со всеми. Особенно восточные народности, они всегда могли со всеми договариваться. Всегда. Поэтому, как помочь воинам, хотел бы вам сказать, не нужно лезть к войне. Чем меньше людей обращают внимание на войны, тем быстрее войны заканчиваются. Не нужно следить за информацией по этим войнам, не нужно стараться помогать воинам этим. Это плохо. Умрет много людей, это будет плохо, понимаете? И вы будете частью вот этого насилия. Я человек адвайтичен, нахожусь вне политики. И, как по моему мнению, весь мир, он должен быть без войн. Нельзя, чтобы друг на друга нападали, стреляли, убивали. Пусть эти деньги, которые тратятся на это, идут на исцеление детей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Постоянно в связи с ухудшением экологии, в связи с ухудшением общего уровня жизни у людей в наших странах, в постсоветском пространстве появилось огромное количество детей, которые болеют заболеваниями. Какими? Это генетические заболевания, онкологические заболевания, это наркомания детская. Сейчас огромное количество наркоманов находится на территории постсоветского пространства. Почему? Потому что наркотики стали дешевые, потому что это внедряют специально в школу. Видимо, ведется какая-то политика, не ведется разъяснительная работа, происходит популяризация наркомании, потому что выходят вот такие песни, как там «Я крокодил, буду крокодить», которые популяризируют наркотик крокодил, от которого дети могут умереть за один год, став инвалидами, в лучшем случае, в худшем просто закончить свою жизнь. Ну и, в общем-то, новый процесс уничтожения людей. Знаете, бороться за границу, зная, что у тебя умирает огромное количество людей от наркотиков, умирает огромное количество людей от СПИДа, умирает от коронавируса, умирает от туберкулеза, умирает от муковисцидоза, умирает от генетических заболеваний. Очень много людей престарелых, которые живут на минимальную заработную плату, и они не могут позволить себе покупать препарат, в итоге умирают от гипертонического заболевания, от инсульта. Медицина стала, в общем-то, ухудшилась, и, в общем, все стало не в лучшую сторону. Денег не хватает у этих пенсионеров, потому что стоимость жилья и стоимость коммунальных услуг, она растет. Это в итоге не хватает на правильное питание, дети не могут понимать, помогать, потому что они сами выживают. Ну и, в общем-то, это обнищание приводит к тому, что мы видим уже целые полки, целые полки или целые огромное количество людей, которые неимущие, которые просто хотят уже есть. И это, конечно, очень не радует, это, конечно, очень печально. Ну и понятно, что те политики, которые занимаются сейчас властью, они не обращают на это никакого внимания, потому что ставят совершенно другие задачи, другие цели. Люди, как доверчивые люди, обычно смотрят на таких политиков и говорят: дадим им еще один шанс. Как вы не можете понять, что нет шансов? Люди, которые идут в политику, это люди, которые не хотят работать. Они идут в политику, чтобы воровать. И каждый политик, который будет после этих политиков, будет воровать тоже. И это почему? Откуда вы это взял? Разве это не доказательство? 20 лет управляет, и жизнь людей становится хуже и хуже. Галина, живу уже 25 лет в Германии, сама родом из Южной Украины. С каждым годом все больше испытываю тоску по родине. А в последнее время мне никак не покидает мысль приобрести там небольшой домик у моря. Да, хотя и ситуация там нелегкая. Здравый смысл говорит: нет, а душа так и рвется. Первый серьезный прорыв был это сделать в 2013-м, но тут случился Майдан, остановилось. А причем тут Майдан? Надо было ехать покупать, Майдан же был только в Киеве.
Теперь 7 лет спустя встретила даже любимого человека оттуда родом. Второй порыв, но опять ситуация с коронавирусом. Подскажите, как понять такие совпадения преград? Никак. Это знак, подсказывающий не делать этого. Не слишком ли много знаков таких? Это что, Майдан, знак, чтобы вы квартиру не купили? Вы услышите, что вы говорите? Цепляете на себя смерти людей, чтобы вам показать, ну нет, так не бывает. Надеюсь, вы сможете своим советом помочь избавиться от внутренних мучений. Обещайте себе, либо делайте, либо не мучайтесь. Поэтому, если вас это мучает, едьте и покупайте. Вообще, я не вижу никаких преград. В моей жизни было так. Я Соню увидел, потом подошел к Соне. Сначала поговорил с мамой ее, говорю, мне нравится твоя дочь. Она говорит, я не возражаю. Я говорю, ее старше. Там мне все, ну, не все равно, а я не возражаю. После этого поднялся наверх, она там сидела, и говорю, Соня, встань. После этого ее закинул на себя, принес к тебе в комнату и говорю, я теперь буду твоим мужем навсегда и с тобой проживу до самого конца жизни. Почему? Если тебе это нравится, то нет никаких преград. Так в жизни было всегда. Вот если хочется и есть возможности, есть время, то нужно взять это и сделать. А это то, что у вас происходит, это как качели. Ой, ищу, что же еще мне покажет надо или... Хотите, сделайте. Да что ж с вами такое? Майдан прямо из-за того, чтобы вы дом не купили. Ужас. Ольга Игнатьева, подскажите, как правильно себя вести после посещения кладбища, чтобы ничего не принести ненужного. Из года в год на 11 сентября к маме езжу, эзотерические правила толком не знаю. А нет правил. Просто на кладбище нельзя танцевать, петь, веселиться, иначе похороните радость жизни. А все остальное можете делать. Пить и есть нехорошо на кладбище. Лейла Кушнир, спасибо за ваше мнение и помощь. Скажите, пожалуйста, что делать? Сыну 3 года 11 месяцев. Первый из двойни, очень гиперактивный. Не хватает магния, последнее время специально щиплет себя, может головой специально удариться. Он у вас адреналиновый ребенок. Адреналиновые дети — это дети, которые израсходовали магний, израсходовали кальций. Они живут на адреналине. Долго он не протянет, потому что начнутся панические атаки и состояние там дергания, шмыгания и так далее. Что необходимо? Это не эзотерическая проблема. Покупайте Magnum C300, давайте ему в обед и вечером по столовой ложке, а утром давайте ему карбонат кальция или кальций цитра по чайной ложке. Таким образом, за один месяц состояние ребенка изменится до неузнаваемости. Королевский Сергей. Как эзотерически убрать головную боль и усталость в глазах? Необходимо положить руки на свою голову, закрыть глаза и представить, что там, где находится боль, там появляется радость. Второй вариант. Представить, будто вы видите эту боль и зашпаклевываете ее белой или красной глиной. Методов, слава богу, хватает. Здравствуйте, Андрей. Можно еще третий. Представляете боль перед своей головой и всовываете ее в боль, которая в голове. Это называется эзотерическая гомеопатия. Очень рекомендую, избавляет от боли навсегда. Эрна Асатурова. Сколько нужно включать ребенку прелюдию 2, чтобы был результат? И можно ее включать, когда ребенок спит? Когда ребенок спит, включать нельзя. Какой результат? Результат не будет результат, он будет 18-20 лет результат, когда ребенок вырастет. Это же зарождение его психоэмоционального состояния. Или вы думаете, что он гениальный и должен стать после 3 прослушиваний прелюдии номер 2? Скажите, пожалуйста, можно ли сыну подарить метасоник номер 12? Да. И как все в жизни у него сложится великолепно? Есть ли какой-либо метод принять решение принимать участие в финансовой операции? Конечно. Помните, на первой ступени я давал вам метод изготовления чёточки, которая, или бусины, которая цепляется на ниточку. И вот у нее можно спросить, да или нет. Также есть руны Дуйко, которые могут предсказать. Или есть еще кубики Дуйко, есть семинар. Изучите его, и у вас вот такие вопросы в априори возникать не будут. Вы забыли, вы же уже эзотерики. Дмитрий. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, если напротив кровати, в которой мы спим, стоит большое зеркало, можно так спать или нет? Лучше нет, потому что это может привести к разрыву и нарушению ваших отношений между любимыми людьми. Наталья Денисенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я ваша ученица первой бесплатной ступени. Хотела бы узнать, что со мной не так.
Общаешься с человеком с открытой душой, а в итоге получается постоянно какая-то сплетня. И стала замечать, что люди ко мне относятся как-то плохо, как будто бы изгой, с дочкой, да и с зятем у нас нет контакта. Почему это все со мной происходит? У меня на этом фоне депрессия. Да, вам нужно справиться с эгоизмом. Возьмите и для себя решите, что вы на протяжении, допустим, 10 дней не будете произносить слово «я» ни при каких обстоятельствах, ни устно, ни письменно, ни в комментариях. Также читайте мантру «Ом Мани Падме Хум», которая убирает внутренний эгоизм. Возможно, вы воспринимаете себя как человек, который хочет добра. Так обычно и бывает. Когда-то, когда я был маленьким, меня воспитывала прабабушка. И она бабушка, да, не прабабушка, а бабушка. И это было недолго. Так вот, я не хотел есть и не хотел что-то делать. После этого она взяла меня и вот так лицом натолкла. Скажите, она сделала это правильно или нет? Давайте я вам скажу. С позиции моей она сделала этого неправильно. Потому что любое насилие нехорошо с ребенком. А с ее позиции правильно. Что это ребенка привезли, он есть не хочет. Если он 3 дня не ест, то нужно его уже наказывать за это. Просто она не знает, как это делать. Так как ни я, ни она ключ друг к другу не нашли. Таким образом, очень часто мы с желанием сделать добро становимся людьми, которые агрессивно хотят сделать добро, хотят тотально, чтобы нам подчинялись. Да, вы знаете, что это правильно, это единственно правильно, это нужно для них. И пытайтесь им это вдолбить. Здесь слово «долбить» очень важное. А необходимо делать по-другому. Помните, я говорил, добротой и лаской решаются все вопросы. То есть необходимо начать с обниманий. Когда женщина приходит в другую семью и говорит, да это ты должна, это, вот это делайте, да я вам сказала, да что это такое, и начинает воспитывать, это неправильно. А что необходимо сделать? А вот сделайте так, придите к ним, поубирайте, посмотрите за детьми и тихонько приготовьте есть и тихонько уйдите домой. Вас будут больше любить. После пройденной ступени СНГ я поняла, что жила неправильной жизнью. Ранее вы мне ответили в вебинаре, что надо накапливать к себе доброту. Сейчас кажется, что время остановилось и нахожусь в пространстве. Работы нет, денег нет, мужа нет, наилучшая моя подружка не общается. Ведь я по своей вине не приехала к ней на свадьбу, о которой я думала днем и ночью. Теперь вот страдаю, не могу это принять. Все это случилось в один миг. Прошу простить меня за несвязанность мысли. А вот зря вы просите кого-то прощать. Вы, скорее всего, подошли к потолку новой жизни, и у вас появилось вот такое состояние. Вы энергетически не можете подняться, потому что вы страдаете. Отбросьте страдания, используйте метод «я ни при чем», о котором я говорю, и радуйтесь. Гуляйте, наслаждайтесь, ешьте, спите, ванны принимайте, мажьтесь ароматическими маслами, возжигайте благовония. Читайте мантры, так чтобы это радостно было. Намо ранатрая я, намо валакитишвара я и так далее. Пойте, танцуйте и вырвитесь из этого. Мир прямо крутнется.